Привет, я Валерий Привалов, нахожусь на небольшом прудике и сегодня продемонстрирую такой необычный, можно сказать, эхолот, в качестве которого буду использовать USB-камеру, помещенную вот в такой подводный бокс, подключенную к обыкновенному смартфону с поддержкой ОТГ. Демонстрация в действии. Ну вот у меня камера и приспособление, при помощи которого это все происходит. Мы подключаем USB камеру. И перед нами уже картинка. Начинаем спуск. Камера стала криво. Придется поднимать. С таким необычным использованием USB камеры и смартфона я хотел сегодня вас познакомить. На этом заканчиваю. Всего доброго.